Полиция Литвы назвала предварительные версии причины крушения грузового самолета в Вильнюсе, которое произошло сегодня утром. У Боинга 737 компании DHL, летевшего из Лейпцига, могли возникнуть технические неполадки. Не исключено, что причиной также мог стать человеческий фактор. Как сообщает Рейтер, борт готовился идти на посадку, но упал в километре от взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта рядом с многоквартирным домом. Жители не пострадали, их эвакуировали из здания. На борту самолета находились 4 человека. Экстренные службы извлекли тело одного погибшего, троих госпитализировали.